ясно. Так, если... Ну, только так, не укрикиваем, просто руку поднять. И все, если его лицом на Кахистан. Если Рошана убили на 16-й минуте 48-й секунде, когда он появится? Минута с секундами. 26-48. Нет. 26-47. 23-48. Нет. 27-47. Нет. 27-0. А, там считай, типа 17-я минута, да? Вот ближайший считай. Да, пожалуйста, Мадин. Так. Про башни вопрос у нас уже. С поднятия руки на The International 2. Какой был призовой фонд? Нет. Эй, Марк, 1 600 000. Так больше не делай, ладно. Вот так вот больше не делай. Кстати, ты неправильный. Да, неправильный? Да. Нет. 2,5 000. Нет. 1 500 000. Нет. 1 700 000. Разве, по-моему, все 1 600. Ну, почитай. Сколько? Ну, больше, чем 1 650 000. Ну, мы тогда одинаково же близки. 1 650 000. Ну, ты выкрикнул. 1 650 000. Нет. Ну, вы взяйте по центральной, на самом деле, вопрос обойти. Я сейчас начну придумывать их для тебя. Да, есть еще опыт. Я думаю, на этот вопрос может ответить Дана, но нет. А вопрос касается нашего игрока Шторма. С поднятием руки, имя, фамилия. Нет. Да ладно? Нет. Какой вопрос? Один имя разыгрывается. Ну так нечестно, этот вопрос очевидно понятен. Имя назвать? Нет. Настоящую фамилию? Настоящее имя, настоящая фамилия. Даже по имени-то там, да. То есть думаем до упора. А если имя, то потому что фамилия какая-то немецкая? Нет. Имя, фамилия, Шторм. 2 юнита за ответ. На самом деле, если вы заходите к нам... Он ее ВКонтакте. Да, не говорила я. Он ее ВКонтакте. На самом деле, почаще заходите в нашу спортсгруппу, там есть имена, фамилии, активность, и иногда разыграем даже всякие призы, правда, это бывает реже, но все же у нас, я думаю, около 1000 сейчас. Это довольно неплохо для... 991. 991, да. Новая информация. Так. Немножко я здесь. Вопрос, похоже, на Меган Фокс уже был. Так, что там еще? Кстати, первый вариант ответа был нет, и человек не выиграл юнит. Так вот тоже бывает в этой жизни. Да. Кстати, про седьмого Рошан тоже два сына подумали, пара не выпадает. Нормально вообще. Так, Хекс тоже у нас никто не угадал, капец. Есть такое мнение по поводу Эспрога, да, о его национальности. Это вряд ли, наверное, 100% информация, тем не менее. Один юнит с поднятия руки за национальность, ну вот по слухам, самым широким. Зачем? Канадец? Ну, давайте, наверное, именно национальность. То есть не по паспорту, а вот, ну, какой этническая, да, расе он принадлежит. Нет. Ну, без выкрика. Араб какой-то там. Ну, я слышал такое, что он типа араб. Чуть-чуть, похоже. Немец? Нет. Нет. Айзер? Казах? Швед? Таджик? Нет. Иран? Иранец? Нет. Нет. Индус. Еврей? Индус. Там Рейден Тимбан уже идет, честно говоря.